Желаю вам в новом году не создавать себе кумиров. Для этого мы расскажем о них как можно больше. Это надо видеть. С Новым годом! В новом году я желаю вам ярких и необычных частных историй. Оберегайте свою личную территорию так, как это делают тигры. Это надо видеть. С Новым годом! В новом году хочется пожелать вам захватывающих тайн и необычных историй, а мы их вам расскажем. Это надо видеть. С наступающим! Не был для зрителей РЕН-ТВ, он всегда остается годом тигра. Да, но настоящий мужчина, чтобы не уснуть мертвым сном в новом году, всегда должен быть сильнее любого хищника. Ну а чтобы подняться, нужно проснуться сейчас, а не после жизни. С Новым годом!